И сегодня Челябинский горэкоцентр обратился к жителям со специальным заявлением. Просит не выбрасывать новогодние елки в мусорные баки. Контейнеры быстро заполняются, и обычный мусор выносить уже некуда. Ели, сосны и пихты жителей просят оставлять на контейнерной площадке. Оттуда их уберет бригада по ручной подборке мусора. Если елки складывать в контейнеры, в маленькие контейнеры, установленные на контейнерных площадках, то это приведет к их быстрому переполнению. То есть складывать пакеты с мусором просто будет уже некуда. Вот. И жители, скорее всего, начнут оставлять их рядом. Вот. Это во-первых. А во-вторых, при выгрузке отходов из контейнера, если попадет туда елка, может сломаться погрузочный механизм у мусоровоза. В случае поломки, уточняют в горэкоцентре, может быть нарушен график вывоза мусора. И он скопится на площадке как минимум до тех пор, пока машину не починят. Поэтому жители просят все-таки соблюдать правила. Выброшенные после праздника ели и сосны обещают вывести на свалку. Добавлю, что в прошлом году новогодние деревья принимали в зоопарке. Ветками подкармливали зверей. Но в этом году акцию в зоопарке закончили раньше. Необходимое количество елок уже собрано.